Утро в кадетском корпусе началось торжественного построения на плацу. Повод для радости сегодня двойной. Юбилей кадетского училища и принятие присяги. Посмотреть на своих мальчишек в новой форме пришли родители и друзья. Многие с трудом сдерживали слезы гордости. У Марины Александровны сразу двое сыновей сегодня станут настоящими кадетами. Они хотели, не мечтали об этом. Мы поступили, слава Богу. Мы очень рады, переживаем. Ну, я как мама, естественно, очень скучаю. Очень красивые. Гордость, как родители своих детей. Принятие присяги – это ритуал особый. Волнуются не только родители, но и сами новобранцы. Для них это первый в их кадетской жизни экзамен. Быть честным и верным товарищем, всегда следовать девизу «Кадет кадету друг и брат». Клянемся, клянемся, клянемся! Четко и слаженно строевое построение прошло без единой помарки. Только со стороны кажется, что все просто, а на самом деле эта синхронность – результат многочасовых репетиций. Чтобы не сбиться, ребята просчитывают каждый свой шаг. Праздник сегодня не только у кадетов, но и у преподавателей. Лучшим вручили награды. Да и училище без подарков не осталось. «Газпром» никогда не приходит на какие-то юбилеи, на поздравления с пустыми руками. Посему я желаю вам от всего 10-тысячного коллектива «Газпром добыча Оренбург» здоровья и привез небольшие подарки. Это футбольные и волейбольные мячи, это тренажеры для того, чтобы вы стали сильными защитниками нашей великой Родины. С праздником! Оксана Буричева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.